Привет, друзья! Вы на канале «Карибы. Жизнь на Кипре». Сегодня я вам хочу рассказать про наш район Алсанжак, который находится недалеко от Гирны, потому что уж очень много запросов на наш район, как для приобретения недвижимости, так же для аренды. По аренде я хочу сказать, что этот район очень хорошо для долгосрочной аренды. И сейчас здесь квартир практически не осталось. А если и есть хорошие варианты, то они за очень большие деньги. Поэтому я рекомендую рассмотреть наш район также для инвестиций. Для проживания очень отлично. Здесь есть детские сады, школы, магазины, зоомагазины, аптеки, барбершопы. В общем, есть все необходимое для комфортной семейной жизни. Пойдемте, я вам покажу объекты, которые остались на продажу, потому что и на продажу очень мало вариантов. Все квартиры, которые я вам до этого снимала, практически распроданы. Но есть несколько вариантов. Пойдемте погуляем. Мы вам покажем квартиры от застройщика, потому что именно первичная недвижимость от застройщика привлекательна тем, что ее можно купить в рассрочку. Есть варианты вторичной недвижимости, но поверьте, когда человек купил недвижимость, купил мебель, как он захотел, он не будет продавать вам дешевле, чем он ее купил. А также он хочет навариться, да, он свою дельту прибавляет, поэтому и хочет деньги сразу. Поэтому очень привлекательна новая недвижимость. Вот сейчас мы проходим комплекс. Он будет очень красивый, интересный комплекс. Он находится уже на стадии завершающей. Будет сдан в течение месяца, максимум двух. Здесь квартиры все распроданы, но есть на вторичную перепродажу две квартиры. 2+1. На первом этаже и на третьем этаже. Если вас интересует, то, пожалуйста, пишите нам и звоните. К нам очень много людей пишут для того, чтобы мы и подобрали недвижимость, а также и перепродали. И у нас есть такая информация, которой нету у многих, потому что вот этих квартир на перепродажу у застройщика нет. Этот человек решил продать, и он сделает переуступку вам. Но самая главная фишка в том, что рассрочка от застройщика сохранится, потому что это новое жилье, и оно еще не сдалось. А сейчас в наше время очень важна рассрочка из-за определенных моментов перевода денег. Поэтому, если вас интересует подробно этот комплекс, то мы вам прикрепим ссылочку, и вы посмотрите, потому что обзор этого комплекса и квартир мы делали ранее. Сейчас вам покажем еще один комплекс, который мы снимали 2 месяца назад. И если здесь было много квартир свободных, то сейчас осталась 1 квартира 3+1 и 1 квартира 1+1 на вторичной перепродаже. Дом уже практически сдан. Некоторые квартиры уже сданы, некоторые завершающие ремонтные работы идут. Также видео по этому дому мы прикрепим вам. Ссылочки можете посмотреть, какие там квартиры. Недавно мы снимали видео про этот комплекс. Здесь оставалось 2 квартиры на продаже, но уже нету ничего. Привет! Мне нравится наш район тем, что здесь можно погулять. Мы выходим и по дорожкам идем в Лапту, идем на набережную, идем в другую сторону, туда вот к Ниджат-колледжу. В общем, мы гуляем очень много, не выходя на трассу у нас на райончике. Это очень здорово ребенку. Заходим на площадки, заходим в какие-то кафешки, просто гуляем. Также здесь, конечно, комфортно
комфортно проживать именно тем людям, у кого нет водительского удостоверения, потому что здесь ходит общественный транспорт. И в округе вся развитая инфраструктура. Также у нас в хорошем месте развернулась грандиозная стройка от надежного застройщика. Скоро здесь будут красивые домики. Это место привлекательно тем, что вообще в минуте ходьбы магазин, в 20 секунд ходьбы аптеки, автобусная остановка, ну маршрутки останавливаются. И недалеко главная дорога. Посмотрите, как у нас паркуются автомобили прямо на дорогах. Вот. Мы тут ходим без коляски, потому что здесь с коляской пройти нереально. Сейчас мы с вами направляемся в магазин. У нас тут рядышком хороший магазин. И вот мы проходим комплекс. Это тоже новый комплекс. Есть здесь несколько свободных квартир. Единственный минус, что он находится прямо возле дороги. Но, тем не менее, люди покупают, кому-то нравится. Пока пройдешь по Алсанжаку, встретишь много друзей. Это мой друг, hello. Мы играем в волейбол. Он очень круто играет в волейбол. Друзья, у кого бюджет позволяет, можно рассмотреть вариант вилл. Вот хороший комплекс из вилл. Здесь небольшие виллы, которые расположены в нашем районе. До пляжа пешком вы дойдете за 10-15 минут спокойным шагом. Ну и также вся вокруг развитая инфраструктура. Виллы уже вот в таком завершающем положении. Также мне нравится вот такой комплекс из вилл. Здесь еще на продаже есть несколько вариантов. Мы снимали эти виллы. Мы прикрепим тоже ссылочку. Здесь один общий бассейн, и все могут жители им пользоваться. Сейчас мы поднялись повыше горам. Мне нравится, здесь такой есть комплекс из вилл и таунхаусов. Наш знакомый там продает, кстати, таунхаус такой красивый, хороший. И здесь находится известная Ниджат Бритиш Колледж. Это британская школа, полностью на английском языке с первого класса и очень пользуется популярностью как среди местного населения, так и среди иностранцев. Здесь много англичан учатся и других национальностей. Вот такой красивый комплекс скоро будет построен возле Ниджат Бритиш Колледжа. В оливковой роще. Сейчас зайдем, покажем вам, на какой стадии сейчас строительство находится объект. Квартиры в данном комплексе практически все распроданы, и строит его очень надежный застройщик. Если вас интересует данный комплекс, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. Он находится, правда, в очень красивом месте. С одной стороны горы, с другой стороны море. Объект будет сдан через год. Здесь очень хорошие условия рассрочки. И, как мы показали вам, 3 минуты ходьбы от Ниджат Бритиш Колледжа. А знаете, как классно, когда ваш ребенок может сам пешком дойти до школы. Это здорово. А дальше находится садик, золотая рыбка, золотой ключик, как ему нравится. Русский хороший сад. Да,
также мы сможем для вас устроить недельный бесплатный тур на Северном Кипре. Мы вас встретим в аэропорту, покажем вам остров. Вы поживете во всех районах Северного Кипра в самых лучших местах. Итак, друзья, если вы хотите приобрести недвижимость на Северном Кипре как для жизни, для инвестиций или просто для сбережения своих денег, капитала, потому что вы будете за аренду получать в валюте деньги, при продаже также в валюте, то вы обязательно к нам обращайтесь. Мы знаем все объекты недвижимости, мы знаем всех застройщиков. И, как обычно, после наших съемок у застройщиков хорошо идут продажи. Поэтому, если вам нравится видео такого формата, сегодня мы познакомили вас с объектами недвижимости в Алсанжаке. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Дальше мы вам покажем недвижимость в других районах, где также есть свои плюсы, минусы, свои прелести, и они для определенных целей. Все, встречаемся на Кипре!